Помните, как мы рога представляли? Или вы тогда гончарили? Да. Мы рога представляли разные, как бы, и... То есть, животное менялось сейчас вот по-другому. А вот это что вы делаете? Это нанести фактуру, она потом, когда мы будем наполнять фигурку, она хорошо будет растрескиваться. Как шерсть, имитация шерсти. То есть... Не только можно вот простую форму из этого блина делать, а как раз можно достаточно разную. Ты сейчас какое животное будешь любить? Пять. Первое какое? Пять. Пять животных. Пять животных сразу в одном будет. Ты всю интригу сразу портишь. Понял? Ну пока загадка, сейчас еще никто не верит, что это ты. Что я так сделаю, да? А я ежика не буду. Ежика, так ты можешь писать. Можно попробовать? Сейчас они посмотрят, как это делается, потом мы вместе что-то слепим. Или с гончарем. Вот. Что-то такое должно получиться. А нет, лев-то отсюда был, да, который берешь. Не помню. Да? Вы купили где-то льва или вам подарили? Не помню сейчас. Вот, ничего не могу сказать. Его не такой? Такой? Оп, это глаза. Угу. Для глаз ничего не вижу. То есть это мышь? Да, сейчас мы... Пока еще. Да. И это крыса Чучундра из мультика про Китай. Хорошо. Готово. Вот. Сейчас мышь, которая спрашивала, какие новости сюрпризы? Чувак. Сейчас смотрите, вот так можно. И крыса превращается в свинью. Крокодил. Брат, ты держи язык за зубами. Там хвост надо еще такой сделать, там такая капля большая лепится. Вот так. Например, не буду сейчас прикреплять, но примерно так. Такой крокодил. Добрейший, добрейший. Крокодил. Теперь смотрите. Добрейший. Сейчас специально не... молчать. Подсказывать стоит.
Всю интригу ломаешь. Просто переживаешь. Если слепить так, что он просто не поймет, что это. Готовит. Бывает же на старом пророке. Вот уши отвалились, там, видишь, это. Сейчас отвалился хвост. Нос отвалился. А зачем вы их это сдабриваете? Слез одного эмбриона. Ну, есть два варианта. Или это слон, или это опухоль. Редкий зверь опухоль. Слон. Просто слон. Слоник и шлёт пак. Так, ну ладно. Последний тоже мы сейчас. Так. Так. Вот эти уши пойдут. Ладно, переделаем чуть-чуть их. Представляешь, вот так, вот это художник так думает. Так. Так, сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Спартак прямо. Сфотографируй, Олег, и того Менделю пошли, и Серегину.